Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, со мной тут снова Тимофей, вот он. Привет. Вот, и мы, короче, продолжаем кооперативить, заканчивать, точнее, кооперативить Форест, потому что... Зачем ты залез на палатку, скажи мне? Оттуда ты хочешь быть выше меня, что ли? Вот, мы сегодня что, пойдем с тобой на охоту. У нас, в принципе, есть луки, Тимофей, как маленькая девочка, 7 лет в бантиках побегал и поубивал чаек, он довольный, он веселый, и поэтому пошли. Опустил ниже плинтуса, ладно. Да нет, всего лишь бантики. Почему-то мои зерна ни хера не проросли. А, нет, подожди, что-то проросло. Вон сбоку, видишь, я говорю, сажает, что-то ходит здесь. Я уже собрал что-то. Пошли, короче, попробуем убить какого-нибудь оленя, если ты, конечно, меткий. Олень передо мной вон бегает, сейчас я его быстро подстрелю. Я просто сейчас в слезах, Тимофей, умру со смеху, пойдем быстрее отсюда. Это место плохо на тебя влияет. Хватит в меня стрелять. Я еще не стрельнул. Не надо в меня целиться, я вижу, как ты в меня целишься. Да ничего ты не видишь. Короче, нам надо найти либо аборигенов, либо оленей, и мы будем в них стрелять. Потому что в кролика мы все равно не попадем, в зайца тоже не попадем. Олени у нас водятся в глуби леса. Давай пошли, поспорим, кто из нас в кролика первый попадет. Я яхту нашел, пошли сплаваем на яхту. Ту, блин, охотник хренов. А, не, подожди, там, наверное, акулы, вряд ли мы туда поплывем. Хотя ты можешь сплавать, рискнуть своей жизнью, так сказать, ради всех, понимаешь? Во благо, так сказать, записи. Надо посмотреть, есть тут акула или нет. Если нет, то можем сплавать. Она, в принципе, недалеко от берега, можно по камням попрыгать. Пойдем, там можно плеер намутить. Будем с музыкой ходить, вообще веселуха будет. Ты где? Я тут. Ты видишь вообще меня, нет? Видел. Пошли за мной. Вон тут яхта. На яхту иди. Вот тут я, смотри. Слышишь меня? Я кричу тебе. Нет. Короче, иди сюда. Куда? Да вот на яхту. Да тут эти черепашки, ниндзя. Видишь здоровое дерево на утесе, на отшибе? Нет, я яхту вижу. Вот, иди к яхте. Ты говоришь, что видишь. Тихо, акулы где? Акул нету. Я залез на яхту. Уже на яхту залез? Да. Она у тебя где? Я на ней. А я что на ней тебя не вижу? У тебя другая какая-то яхта, ты у меня по воде вообще ходишь. Ну не знаю, я плеер намутил, он фаеры, череп, веревки. Я тоже. Подожди, у тебя, значит, яхта вообще вон в другом месте. Прикинь. Ты у меня по воде ходишь. Нормально, посмотри вправо. Ты вправо? Должен меня был увидеть, я тоже на яхте хожу по воде, получается. А, ну да, ты, он святой Тимофей, он ходит по воде, апостол. Подожди, я тебя зафоткаю, короче, поставлю на превьюшку и скажу, что ты святой. Хоть какая-то польза от этого дела будет. От тебя. От меня? Какая-то польза. Называешь меня этим делом? Тимофей, ты такой бескультурный просто вообще. Подожди, да я так вот. Мне надо как-то встать в позу. Ну, нормальную, в смысле. Ну вот видите опять, да? Он в каждом выпуске говорит то про стволы, то про сзади, то про позу. Тимофей, еще меня что-то... Это как так? Подожди, я уже почти к тебе подошел. Ты прыгаешь по воде, реально прям. Подожди, дай-ка я встану повыше, чтобы это. Во, вот так. Куда ты встал? Ты вообще в воздухе находишься. Че, так хуже, да? Ну давай спущусь. Вот так. Да так вообще стрёмно, короче. Так непонятно, на воде-то не на воде. А надо, чтобы повыше было или пониже? Да повернись, стой на месте, не дергайся вообще. Я тебя зафоткаю, как будто ты охотник, и все. Не, так плохо. Так. Вот так. Нет, да повернись назад, как стоял. Еще. Выше. Еще в левую сторону повернись. В правую. В правую говорю. Во, вот так нормально. Вот так и останешься. Не, подожди, я тебя фонариком в тебя посвечу, чтобы нормально было вообще видно. Ой, я утонул, по-моему. Я реально утонул. Да ну нафиг. Да не светит он. Пошли, короче, на охоту. У меня дождь пошел. И Петровичи летают вокруг. Ты идешь за мной? Вот теперь ты плывешь. Я не могу ходить по воде. Короче, у меня яхта была левее, а у тебя правее получается. Здесь как бы кооператив есть, но здесь от всего кооператива, судя по всему, только общие мобы и все. Потому что основные ресурсы, да, все ресурсы, которые валяются, эти всякие бутылки, херилки, они, короче, все не общие совсем. У каждого свои. Так, все, пойдем. Надо разбудить, забыли. Кого? Разработчики игру так слепили.
Намутили, а толку никакого. Не, ну что-то есть. О, эту как деталь нашел. Микросхему. Я не понимаю его. Ты микросхему нашел? Да. Где ты ее нашел? Сделай бомбу. О, как? Так. Надо, короче, положить бутылку, микросхему. И? И монетки. Сколько-то там. И тряпки, есть. По-моему. Все. О, а еще, есть. Если у тебя есть смола, можешь сделать липкую бомбу. Положи бомбу и смолу, и будет липкая бомба. А смола. Такая желтенькая жижа, да, у тебя, да, в инвентаре. Да, говнище такое, все, пойдем. Ну да. Вот этой бомбой ты можешь убить монстров в пещере. Ладно. Дойдем сначала до куда. Так, что ты пещеры? Придумал? Да, что ты, смотрю, куда-то рвешься так прям. Так мы попробуем убить оленя. Посмотрим, кто из нас более четкий стрелок. Я уже забыл про оленей. Да что, олень, надо в этого попасть. В маленького. Кто зайца пристрелит, тот молодец. Ну, в смысле, мужик. На них никто зайца не пристрелит, понимаешь? В зайца невозможно попасть. Где ты? Вообще, я думал, ты скажешь, зайца из лука пристрелить невозможно. Так я тебе сказал, что в него не попадешь. Я даже в тебя не попал. Хотя ты больше в два раза, чем заяц, понимаешь? Стой на месте, тебе урон будет вообще какой-нибудь? Не. Подожди, стой. Стой на месте, не шевелись. У меня жизни мало. Попал? Не знаю. Не, короче, нельзя тебя убить с лука. Я в тебя прям четко в спину стрельнул. То есть с топора тебя завалить можно, а с лука нельзя. Скоро музыка пошли. Будет, нет? Нет. А у меня плеер есть, подожди. Не надо включать то, что ты слушаешь. А, здесь музыка не работает. В каком-то обновлении уже был, то есть плеер есть, а он нажимает кнопку, она не работает нихера. О, енот, подожди, сейчас енота завалю. Фу ты, а он пропал куда-то уже у меня. Это кто сейчас пикнул, ты? Нет. Хотя все может быть. Я не понимаю, как стрелять в енота, я стрелял в него, а не попал. Ты видишь енота? А, нет. А он есть, понимаешь, как суслик. Так, нет, он еще. Я до этого их видел. Сейчас не вижу. Вон он, енот бежит. Вот, убей его. Подожди. Куда он где? Пропал? Я не вижу его. Вообще, я не вижу никого енота. Да он, понимаешь, вот он енот. Вот он, вот он. Он как спецназовец, в него хер попадешь. Давай, охотник великий, стреляй. Чего ты сейчас сделал? Я вообще ничего не понял. Ты, по-моему, просто сделал анимацию и выстрелил, ничего не сделал. Вот он. Ты убил енота? Да, вот он валяется. Убитый. Да ты чего, это что ты врешь-то? Он только в цвете поменялся и все. Ты где? Я в лагере, вот здесь лагерь есть. Лутаю, короче, микросхемки. Блин, я думал, ты рядом стоишь, смотришь, как я убиваю енота. Да я посмотрел, но ты толку-то его не убил ничего. О, еще это плата, еще одна. Где ты? А, ты тоже здесь собираешь их? Я думал, мушкеты лежат, ни хрена себе. Мушкеты? Замечательно. Ой, ну чё? Ты чё-то сожрал не то, по-моему. Ага. Пошли искать оленя. Его же передёрнуло. Иди за мной. Фига, денег сколько. Подожди, я тут платы собираю. Да зачем тебе эти деньги-то? Системник соберу сейчас. А, точно. По-моему, темнеет. По-моему, да. По-моему, вообще темно стало, я тебя не вижу. Так, короче, давай срочно сделаем факел. У тебя глаза светятся. Я сделал себе факел, только не знаю для чего. У тебя есть факел? Ой. Нет. Нет, подожди, возьми зажигалку. Короче, берешь и делаешь факел, объединяешь тряпку с палкой, получается факел. Только он что-то мне его не поджигает нихера. Что-то мы здесь были, кажется. Во, отлично, теперь я с факелом. Ой. Хватит лутать, пойдем. Вишня из-под тишка, блядь. У меня факел погас. Надо взять фонарь. Конечно, я обменяю его, потушил. Да нет, ты смотри, он выглядит как в этих, в Slendy Tubes каком-то точно так же. У меня вообще, я вижу только палку в твоих руках и все. По голове тебе на это палка, пойдем. Здорово. Подожди, не хулигань. Да пошли. Ой, тут дерево горит, зачем ты дерево поджег? Да я не жег. Оно же упадет, пошли. Ой, кролика вижу, сейчас кролика. А как его поджечь, кстати, этот факел? Возьми в руки, потом достань зажигалку. Это чуточку сложно. Нет, открой инвентарь, достань зажигалку, потом убери ее и опять возьми, только на букву Л. Нажимай на букву Л. Что-то на Л. Еще раз. Да что ты меня поджег-то? Или ты уже все, горит у тебя все? Ничего не горит. Вот, горит сейчас. О. Тихо. По-моему, я дерево сбил. Чем? Силой мысли. Я этот четкий парень. Оно сгорело. Не, а что он
Горел, горел, потух сразу. Да он говно, кто-то говорил, что типа можно... Я думаю, что нихера не играет, а в плеер, оказывается, надо было кассету вставить. А у меня есть кассета. У меня тоже есть. Во, нормально, маффин пошел. Пойдем. Не, у меня вся там... Нормальная музыка у меня началась, только я тебя не слышу вообще. Где ты там? Куплинов завтра нет. Я ничего не слышу. Выключи это его. Хорошо. Вон, выключил его, все, пойдем. Да? Нам надо куда-то выбраться на поверхность. Мы сейчас где-то хочется, что пошли охотиться на оленей. Два оленя, ни одного оленя не нашли. Пойдем. Что-то глюки какие-то появляются. Какие глюки? Это ночные приколюхи из Форста. Опа, спокойно. А, это ли? Это все шелестят. Короче, надо переждать ночь и найти все-таки оленей. Пойдем вглубь леса, иди за мной. Бегу. Ты видишь меня? Я не могу бежать, у меня сил нет. Кушани бутылку с газировкой. Кушани ее. О, я могу махать палкой, а то вечно тыкаю, как этот. Пойдем. Человек. Опа, чемодан резнулись, смотри. Здесь где-то... Вот, тихо, енот, 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 енот. Стой, сука. Стой, падла. Енот, беги. Стой, енот. Енот, беги. Не попал в него. Пойдем дальше. Мы сейчас пока бродим, кончится ночь, и мы найдем, кого убить. По-любому надо найти, кого убить. Да нет, мы пока будем ходить, а звереем друг друга, попереубиваем просто, и все. Ну я первый тебя убью, у меня больше здоровья. Откуда ты знаешь, я подлечился. Так у меня вообще полное. Ну так у меня вообще еще сил, правда, нет. По-моему, мы пришли к этим. К аборигенам. Брелочки висят всякие. Я сломал им один тотем. Их, кстати, можно ломать, начиная с прошлого, по-моему, обновления. Я сегодня тоже ломал. Тебе ближе бы что-нибудь сломать, как так-то вообще? Следуй примеру. Ты знаешь, где мы находимся? Блин, с палки мы выходим... как-то несерьезно выглядим, ощущение. Зато нас никто не будет нападать. А, так мы опять к себе домой вышли, прикинь. Ах, и как мы здесь оленей найдем, я не пойму. Я знаю, куда надо идти, подожди. Нам сейчас надо перейти по берегу. По берегу, короче, идти, идти, а потом пойдем к оленям. Пошли за мной. Убери фонарик, не сажай батарейки. Нет, лучше свети мне. А я буду впереди идти и прикрывать тебя. Надо только взять топор. У меня смайлик на топоре. Мне тоже желательно топор взять, а то... У меня смайлик на топоре сверху нарисован. Добродушный такой. Я знаю примерно, где находятся олени. Сейчас мы до них дойдем как раз. Наступит утро, они появятся, и мы их всех убьем. Я только хотел сказать, они же вроде спят сейчас, наверное. Не-не-не. Сейчас два оленя не спят, остальные спят. Это который сзади меня и который один в лесу там. А я не знаю, про кого вы подумали. Я не знаю, про кого ты подумал. Я тут ягоды похавал, пока ты там думаешь. Ты отравишься ими. Не, я уже все съел. Вот еще одни. Мне, в отличие от тебя, нормальные ягоды подсовывают. Да у тебя тигр, у тебя читерский сервак. Ты на нем какой-то получаешься администратор, у тебя все хорошо, а у меня ничего не происходит. Какое-то говнецо получается, если честно. Ну надо же немножко тебе это самое. Подожди, а если поспать? В смысле? Пойдем попробуем. Попробуй ты, короче, лечь спать. Возможно, у меня тоже что-нибудь поспится, и в итоге появится утро сразу. Бегу, 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 бегу. Когда в одно жало ты играешь, там же можно поспать, и сразу какое-то время пройдет. Тем более аборигенов нет. Короче, тебе надо подойти к той домушке, которую первую устроили, и нажать букву Z. Да хулиганов нет. Если хулиганы рядом будут, ты не сможешь поспать. Луна вообще прям на полную, короче, сверху, значит, у нас полночь какая-то. Иди спи. У меня за окном непонятно что, так что я не знаю. Ох ты ж твою мать! Че ты сгорел нахер? Я поджег тотем у себя заодно. Где ты? Ты поспал, нет? Так, как поспать? S? Да, Z. На Z? Жму Z, ничего. А где это надо должно быть? А, здесь нету этой херни. Ее, походу, отрубили. Прикинь, жлобы какие. Тогда я мясо свое сожру пока. Пойдем все-таки найдем оленей. Короче, сейчас настанет утро. По-любому. Слушай, я на C нажал. На C-то сохранил игру, только я не знаю, куда она сохраняется. Я тоже сохранял. У тебя там мясо высушилось, нет? Да, я съел. Я тоже захавал. Пойдем. Короче, сейчас просто пойдем вглубь леса. Бери лук.
Так вот, я смотришь, что ты мог вот показывать даже. Он показывает тебе, куда надо идти. Он показывает в лес, понимаешь? Надо в лес идти. Ты умеешь определять время по луне? Посмотри на луну, сколько времени? Чайку вижу. Там да это не по чайке, чайка тебе не скажет ничего. В каком тумане? Здесь нет тумана. Судя по луне, сейчас уже, наверное, часа три ночи. Значит, осталось еще 4 часа, по-любому в 7 утра все эти вылезут. Все же сейчас встают в 7 утра, правильно? На работу ты во сколько встаешь? В 7 утра? Ну, когда как. Иногда вот видишь. 10:08. Ну, это ты, конечно, зря так. Так можно и опоздать. Не надо вставать, вставай лучше без 10:07. Так безопаснее. По-моему, светает. Ты слышишь, я тебя по звукам веду. Я бью деревья, должен идти за мной. Да я тебя и так вижу, что мне тут. Тогда нормально. Я просто еще для себя делаю этот звук, чтобы мне было видно, сходится у меня звук с игрой и со звуком из игры или нет. Потому что очень странная рыбки. Хрень. Какие рыбки? У тебя опять рыбки здесь есть? Да. А у меня здесь темно. Пошли. О, ты зашел в болото и пропал, а вот он ты видишь. Какой в болото? Я вон иду. На тебе свет. Да я вижу тебя. Ух, мелькнула молния, отлично. Кто-то посветил тоже сверху. Да, третий игрок. По-моему, не должно быть третьего игрока, но он почему-то есть. И поссал еще. Дождь пошел. Ай, Тимофей, как же вот тебе самому не противна мысль о том, что тебе на голову кто-то ссыт сейчас, вот объясни мне. По-моему, это просто отвратительно. Сначала сказать, а потом подумать. Да, ну правильно. Логика просто железная. По-моему, луна уже садится. Или нет? Короче, в каком-то моменте есть такая хрень, что луна просто начинает дико сама садиться. Очень быстро. Это значит, что скоро настанет утро. Задний нос за тобой бежал сейчас только что. Твою мать, убей его. Не боюсь. Кстати, кто-то писал, точнее, кто-то писал в обновлении, в одно написали, что еноты теперь живут кучками. Я один раз даже заметил кучку енотов. Они прям бежали втроем. Это когда было, короче, очень. Они могут бегать тогда, это да. Они могут, кстати, по-любому. Им добавят возможность убивать игрока. Еноты это же кто? Это же и хищники. Енот-зомби. Енот-зомби это? По-моему, у них другой класс животных, я как там правильно называется. Подвид. Ты заметил, что ночь идет гораздо дольше, чем день? Заметил. У меня закончился фонарь. Определенно не радует. Где ты там? Я вижу, что я не вижу. Иди на свет. На свет. Иду на свет. Мы, в принципе, где-то в середине леса торчим, значит, скоро должно настать утро. Твою мать, что сейчас случилось? Ты меня ударил? Ты ягоды съел неправильно. Не надо врать, я на букву Е не нажимал. Вот какая, смотри, садист сзади меня идет, говорит, тебя енот атакует, а сам вместо енота меня бьет. Ну чё? Так вообще нечестно. Я нашел старый трехлявый пень. Тебе можно туда залезть, и я тебя скачу с него. Прикинь, как этим, в чудаках какие-нибудь в колеса садишься, я тебя скину с обрыва. Угу. И ты должен это пережить. Прикинь, даже елки есть. Мне тебя пережить. У меня анимация топора пропала, прикинь. А, нет, появилась. Какой-то экран иногда появляется перед тобой. Это как из этих, из пяти ночей Фредди. Золотой тебе говорит, это я, it's me, прям приходит такой. Реально ощущение, как будто ты, как в этом... сейчас скажу. Давай переждем здесь, короче, ночь, надо поставить костер. Поставь. У тебя есть две палки, дострой. Поджигай его. Вот, давай, короче, посидим. Поговорим, рассказываем страшные истории. Знаешь страшную историю? Ну, давай. Садись на карта. Так, а, во. Иди, подходи ближе к костру и рассказывай. Даже про палку возьму. Палку надо взять, а то как-то неправдоподобно. Че думаешь с этой палкой делать? Блин, а че он ей махает? Подожди, он же... О, смотри, отлично. О, вот так, вот так вот. Это, кстати, это та самая знаменитая страшная история, при рассказе которой резко кончается ночь. Это самая знаменитая и отвратительная страшная история. Мы, кстати, сидим около деревни аборигенов. Молодцы прям. Так, нам надо вернуться немного назад. Вот здесь где-то должны бегать олени. Они бегают обычно в лесу. Как бы логично это ни звучало, олени из леса бегают в лесу. Куда ты бы щеманул? Ты похож сейчас на этого, как на копьеносца из любой игры. Они также бегают, короче, беспорядочно, бесцельно. Пытаются кого-то убить. Как каких-нибудь героев, там, вторых, третьих. Вторые герои есть вообще, нет, игра? Есть. А там про что? Про все, про то же. Нет, третья, по-моему, самая четкая.
Третье для олдскульников, пятое для таких более... Не, ну значит, это пятое, это вообще не дело. Я, по-моему, играл в пятый герой, по-моему, какая-то хрень. Ну, такая же, как эти, только 3D-шная. Не, это вообще не вариант. Так, мы пришли с тобой вообще, короче, к самой первой деревне аборигенов, к никчемной к этой. Угу. Тогда пойдем за мной, я знаю, куда нам идти. Пойдем. Нам надо идти куда-то вперед. С тобой. Постоянно знаешь, сделай, что-то. Сделай себе страшную дубинку из черепа и палки. Да нормально. У тебя есть череп? Это и реклама из овощей Бондюэля. На все, чтоб не пил такие песни. Нельзя ли... Хватит меня долбить-то. Все слышали, да? Я просто промолчу. Как надо это еще реагировать? У тебя нет слов. Как реагировать на эти пошлости, вот эти прущие постоянно, эти с Тимофея вырывающиеся, вот эти противущие, непонятные. То ему кто-то на голову нассал, то он кого-то долбить сзади собрался. Ну как это так? Я просто вот... Ни хрена, я два раза хапнул таблетки. Ой, таблетки, говорю, эти неправильные. Неправильные эти. Короче говоря, Тимофей, вот ты сам подумай, представь картину. Ты кого-то долбишь, на тебя сверху при этом кто-то ссыт. Прикинь, в троечка такая отвратительная картина. Это какая-то же порнуха какая-то неудачная. Ну а это еще и к тому же гейская на самом деле получается. Вот! Синие ягоды нашел нормальные. Неужели? Я их сожрал. Так, давай искать оленей. Они уже где-то совсем рядом. Не надо вздыхать, не надо зевать. Чего-чего? Я тебя завалю сейчас, давай, и все, Лёва. Да это ты меня не завалишь никогда, у меня таблеток целый вагон. Вот, олень, твою мать! Сука, стой! Стой, падла! Олень! Я его все, рванул уже два. Где ты бегаешь, убивай оленя? Подожди, так мы не этим договорились его валить. Да какая разница, пока лук добираю, я его с поля зрения уже потеряю. Подожди, он скочит вокруг тебя, стебется над тобой, тролль. Он убирает меня? Он вокруг тебя бегает, блядь. Все, давай, я его сейчас убью. Ты попал в него, нет? Да твою ж мать, этот олень вообще нереальный. Да бля, я кусты какие-то сшиб вместо оленя. Опа, все, я его убил. Да как ты енотов убивает, оленя убивает? Ты вообще охотник, что ли, какой? Вон еще один олень стоит. Где? Вот. Точно, да, я его убью, стой. Подожди, я зайца убью. Да зайца, стой. Я не попал в оленя. Я, походу, на твоем серваке не могу оленя убивать. Да, ну нафиг. Я тебе реально говорю, какая-то херня. Ой, стрела моя. Я пойду, зайца убью. Где заяц? Вот он, заяц. Заяц уже ушел. Так, надо пониже маленько взять. О, я попал в него. Еще разок. Я реально ни в кого не попадаю. У меня стрелы, по-моему, кончились. Надо было делать. Так я не знаю, я же не бегал. Как это, бабочек не ловил. А, во, у меня схватило еще на 4 стрелы. Отлично. Где все? Где ты? Я всех потерял. Абсолютно. Вон олень, спокойно. Меня не подстрелили. Тебя. Да я тут целую оленью рощу нашел. Тут и заяц, и олень, прикинь. Не, я реально на твоем серваке не могу оленя убивать. А я заяц. Вот прям в упор ему стрельнул, прикинь, он прям около меня ходит, даже не понимает, что я его стреляю. Он тебя игнорит, тролль. Ну вообще жестко прям. Я его прям в жопу сейчас всадил. Стрелу. Если чтоб ты меня не начал опять стебать. По поводу этих неудобных фраз, я скажу, что стрелу. Можешь мне его попробовать топором жахнуть? Жахнуть. Ну-ка иди. А, это пенек. Я перепутал оленя с пеньком. Хера. Вот, нет, смотри, с топора, короче, он убивается. Ты где вообще? Да я иду к тебе. Не подстрели только. Нет, 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 я боюсь, когда ты ко мне подходишь. Так, я нашел енота. Он не убивается. Не, такая же хрень была с черепахой, я пытался ее убить, но ей, короче, насрать. Это сущий енот. А, нет, он умер. Не с первого раза. Или ты его подстрелил? Уйди нахрен! Не подкрадывайся ко мне. А ты ко мне. Давай честный бой, ты с луком, я с топором. Стой! А что ты с топором? Я говорю, честный бой, ты с луком, я с топором. Ты знаешь, что я луком тебе ничего не смогу сделать. Почему?
Fuck you. Нормально. Стой, стой, говорю. Тебе не положено от меня убегать. На, вот тебе еще раз. Попал, бежим. Куда ты бежишь? Смотри, давай не лечиться столько. Все по-честному. Конечно, а как же? Нет, все по-честному. Один набор ХП. Еще раз выхватил. Я как-то даже замахнуться не могу. Ой, ты меня попал, по-моему. Мы на размен, короче, пошли. Жесткий, куда ты побежал, секунд, стой. Стой. Там столом полетел. Больно. Стой, сука. На стол залазь. Все. Даже здесь меня ударил. Ты где? Ты пропал. Где? Я, короче, в самолете проснулся, и у меня еще такая фигня. Так я твой труп бью. Правда, его здесь нет, но я бью в то место, где он был. Может быть, это из-за этого все. Понятно. Видимо, дошло. Короче говоря, вот так. Ладно, давай на этом мы тоже завершим. Собственно, охотничья серия у нас получилась практически. Я убил Тимофея, в принципе, как я и предсказывал в первой серии, что мы пойдем на охоту, а потом я убью его. Он мне не поверил, но в итоге все сбылось именно так, как я предсказывал. Сейчас я этот... Хочу просто посмотреть вокруг и определить, в каком месте ты сейчас находишься, по нику твоему. Так, дом справа. Я посередине практически острова, по-моему. А, вон, вижу, да, практически, можно сказать, самолет, если что, прямо на тебя практически смотрит, чуть-чуть левее. Я полез, короче, на эту туземную хижину наверх. Только не могу что-то залезть, меня отбрасывает. Короче, вот так. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. Будем ждать обновления Фореста 10. Собственно, пока в кооперативе особо делать нечего. Даже поржать, в принципе, не на чем. Как бы половина функций почему-то не работает. И особо не весело. Можно только завалить Тимофея, но постоянно смотреть на то, как я его валю. Потому что он со мной не справится. Это будет неинтересно. За сим все. Всем пока, Тимофей. Пока. Пара-па-па. Что ты говоришь? Да, я ничего не говорю. А, так всегда он играет и молчит. Все, всем пока. Раньше здесь был мат.